Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. Я нахожусь около магазина «Маяк». Это Богдана Хмельницкого, 101. Хочу снять обзор и купить что-нибудь для дома. Все, пойдем посмотрим. Здесь сейчас новогодние подарки, мишура. Пока еще сейчас посмотрю, что есть. Вот мишура тоненькая, 36 рублей. Украшение, венок какой-то из мишуры, 114 рублей. Подарок новогодний. Полкило, 153 рубля. Блендер погружной, 739 рублей. А это у нас фен, 591 рубль. Весы, 587 напольные. Маленький фен, 604 рубля. Набор ножей, 655. Термос железный, 538, 1 литр. Светильник светодиодный с датчиком движения, 422 рубля, 75 ватт. Светодиодная елочка. Светильник, 214 рублей. Новогодние украшения такие вот. Фарфоровые, 105. Наборы шаров, 214 рублей. Они как вязаные, мягкие. Шары, 67 рублей. 53. Свеча новогодняя, 69 рублей. Калейдоскоп, 153 рубля. Тут масло в пачках, 99 рублей. Торты 260, 250, 180, 280. Разные тортики. Тесто слоеное, 69 рублей. 64 рубля. Наггетсы, 121 рубль. Смеси всякие, 58-52 рубля. $102 рубля вот замороженная смесь мексиканская. Грибы, шампиньоны, 219. Всякие пельмени, куча. Котлеты, 110 рублей, 104 шницель, килограмм. Перец фаршированный, 137 рублей, 93. Котлеты пожарские, 87 рублей шницель. Это все по килограмму. Чебуреки, 104 рубля. Манты, 144. Грудка, 199. Ребра свиные, 162. Стейк индейки, 203. Навага, 79. Скумбрия, 133. Минтай, 117. Так, камбала, 92. Кальмар, 259. Горбуша, 199 рублей килограмм. Икра из болгарского перца. Кубаночка, 77 рублей. Рагу из овощей. Икра кабачковая, 80 рублей. Шампиньоны, 58 большие банки. Горошек, стеклянные банки, 62 рубля. Кукуруза, молодые початки, 124 рубля в банках. Маслины отборные, 55. Красная фасоль, 45. Горошек, 33. Что тут у нас?
оливки с анчоусом. 76. Баклажаны по-гречески. 91 рубль банка. Томаты в собственном соку 69, 480 миллилитров. Томатная паста 63. Кукуруза 54 в банках. Вот томатная паста в железной банке 68. Помидорка 183, паста томатная, большие банки. Это у нас все фасоль. Фасоль 47, кукуруза 47 сахарная, горох 49 в банках, кукуруза 62, уже помаленьку к Новому году надо набирать, горошек 54. Очень много вариантов кукурузы, горошка на все вкусы, подешевле, подороже, очень большой выбор, огромнейший. Так что можно выбрать вариантов, 6-7 видов кукурузы, и горошка то же самое. Печень трески 78 рублей, натуральная. Пару банок надо взять, может салат сделать. Горбуша 95 рублей банка. Мясо индейки 92 рубля банки, ГОСТ написано. Печень ментая 45 рублей в банках. Сардина 55 с маслом. Шпроты 75 рублей. 86. Ого, дорогие. Ананасы большие банки кружками 151 рубль в сиропе. Набор стаканов 86 рублей. Салатник, лодочка 133 рубля стеклянный. Что тут у нас? Вот такой вот набор. Тут графины, стаканы. А сколько стоит? Сколько стоит, не вижу. Сахарница 134 рубля. А, 527 рублей набор такой стоит. Графин для воды и 6 стаканов. Сервиз чайный 13 предметов, 1122 рубля. Какой он, не вижу. Все заставлено коробками. Ни черта не видать. Вообще теснота, вообще все заставлено, ни черта не видно. Бокалы для мартини, 326 рублей, 6 штук. Кужер для красного вина, 307 набор из 6. Рюмки, стопки, 244 рубля. Ряд весь заставлен, вообще подойти невозможно. Тяжело сегодня ходить. Вот такой набор стаканов 215 рублей, 6 штук. Кружки 42 рубля. И вот такие тоже 42. Триста девять формы стеклянные, 95 рублей вот кружки, 64 рубля детские, 100 стаканы для виски. Кружка на ножке 64, стакан для коктейля 54, кружка фарфоровая 93 рубля. Пивные кружки 90 рублей,
75 рублей вот с раком. Рак 300 здесь. Пол-литра кружки. И есть по 300 миллилитров. Вот это вот 75, видать, 300. А где рак нарисован, это 90 рублей. Набор детской посуды 309 рублей. Для завтрака. Ваза для цветов с узором 109. Вот овальное блюдо 155, большое 86. Глубокие тарелки. Чайник маленький стеклянный 237, большой 321 рубль для чая, кофе. Много стеклянной опять посуды, рыбки вот 55, рыбка маленькая 43, овальное блюдо небольшое 41. Блюдо большое 85, 88, салатники глубокие, тарелки 37, салатник 148, набор здесь 6 штук. Минажница 252 рубля, стеклянная. Салатник 251, 6 штук. Ну-ка, вот какие они, средние салатники. Это у нас набор столовой посуды 2157 рублей. Вот так вот коробки, это фарфоровые, цвета разные. 18 предметов. Вот тарелки 66 рублей, десертные, обеденная большая 83, набор чайный люминарк 821 рубль, тарелка глубокая 87 рублей, $104, 69 вот тарелочки цветные. $215 рублей вот такие тарелки. Бульонницы 96. Силиконовые формы по 88. Вот здесь всегда есть. Вот глубокая хорошая форма. Есть вот квадратная. Я такие уже в свое время брала. Хорошо выпекать в них. Хорошего качества. Набор формы для печенья 50 штук, вот в таком ведре 303 рубля. Силиконовая форма 221 рубль. Машинки детские. Это форма 221 в форме цветка. Это набор мисок 115 рублей, 3 штуки. Кстати, наверное, такие куплю, удобные. 3 сразу в одном. 115 рублей, нормально. Лопатки, паломники 83 рубля. Вот по 116 нержавейка 71 рубль. Вот такие. Кастрюли 419, почти 3 литра. Вот эти большие 525 рублей, 4 литра. Сковородки 744 рубля, 785 рублей. 365 рублей форма для выпечки с решеткой. Большая вот такая вот набор посуды, 4 предмета, 1207 рублей. Формы 401, 309. Запекать из стекла. Это у нас что? Набор досок 136 рублей. 2 штуки. Гель для бритья 153.
пена 77 рублей. Дезодорант 131 рубль. Гель для душа 98 рублей. Зубная щетка 24 рубля. Ополаскиватель 25,90 для рта. Принцесса Нури 116 рублей. Из крупного листа чай в пакетиках 100 штук. Акбар зеленый с ромашкой 199-100. Акбар лесные ягоды 187 рублей. 306 рублей кенийский чай гранулированный. Полкилограмма, здесь 500 грамм пиала. А этот классический черный в пакетиках 192 рубля. С бергамотом. Чайок 67 рублей. Молотый кофе 164. Кофе молотый 128 рублей. Для 700 грамм 542 рубля. Какао 85 детка. Какао растворимое 69. И вот в пачках какао 21 рубль. Кофе молотый для чашки 10 грамм пакет. Не могу понять, 56 рублей на. Чай у самовара листовой 200 рублей, индийский и цейлонский вместе 250 грамм. Пачки большие. Чайное ассорти 90 пакетиков 398 рублей. Ахмат. Тут сразу разный. Рис пропаренный. Тайский 79 рублей. Манка 28 рублей 700 грамм. Перловка 32 рубля. Пшено 29. Есть по 48 пшено. Золотистое. Пшено вишневый сад 1,5 килограмма 58 рублей. Рис длиннозерный 61 рубль. А это у нас крупа пшеничная 19 рублей, хлопья 3 злака 23 рубля, чечевица 59 рублей, фасоль красная 96. Молоко вот такой упаковки литр 51 рубль питьевое, пастеризованное. Спред 61 рубль сливочный. Здесь свинина на кости 239, антрикот 289, ребра свиные 162, индейка, плечевая часть 179. Вот все здесь надо выбирать. Горбуша 514 рублей, копченая вот рыбина. Селедка копченая 145 рублей, скумбрия 283. Грудинка 369 за килограмм копченая. Вот так кусочки расфасованы, можно выбрать себе. Укорок праздничный 321 рубль. Девять рублей палка копченой. Колбаса 327 рублей килограмм, вареная. Сервелат 331 рубль. Торговая площадь. Сервелат 317 рублей килограмм. Колбаса киевская 277 рублей килограмм. Омский бекон. Ливерная колбаса 67 рублей палка. Сыр
плавленый чеддер тертый, 300 грамм, 122 рубля. Крабовые палочки, 52 рубля, 200 грамм. На этом я свое видео заканчиваю. Всем пока, до новых встреч.